Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас опять же необычное действие будет происходить. Будем мы резать дорогую сантехнику. У нас есть кол по умывальнику очень большой, вот, заказчик захотел его укоротить. Вот. Сейчас мы приступаем к разметке и будем обрезать часть по всей длине нашего умывальника. А ты что без шапки? Блях, опять чистый приехал, буду весь грязный. Короче, ребят, надо нам отпилить часть умывальника, как обычно. Вот. Отмеряем нужный нам размер, это 2,5 сантиметра. И пилим не до конца. Приняли решение пилить на станке, вот, и дорабатывать это все дело вручную болгаркой. Сейчас делаем разметку и приступаем к резу. Да, вот, скол наш идет он вот аж до сюда. Вот, откололи часть умывальника. А что сегодня за техника? Станок специально для резки камня, керамогранита, ну, короче, плитки, сдвигающиеся столешницы. У нас, кстати, есть обзор на него на канале, как только мы его купили. Фирмы Штиль. Нет, стой нормально. Да, стой нормально. Вот здесь у нас. Нихоть, что там произошло, что менялось? Переоделись мы для начала, блядь, потом опять будем так с прошлым все, блядь, белые. Короче, пробовали резать на станке, ни хрена не получилось у нас. Колит очень сильно. Вот, будем пробовать вручную с помощью болгарки. Вы сняли станочек уже, подложили деревяшечки для плотности. Вот. Перенесли умывальник, сделали новую разметку. Проклеили скотчем, потому что поверхность глянцевая, карандаш не рисует. Проклеили скотчем, сделали разметку. Сейчас будем пробовать резать. Короче, ребят, что-то у нас плохо очень режет. Очень то ли перекальный материал, то ли что. Вот. Начинаешь резать нормально, а дальше снизу получается скалы. Вот, и уже нижнюю кромку сделать красиво у нас вряд ли получится. Как бы. То есть отрезать можно, вот, но саму кромку сделать, наверное, не получится. Либо же очень сильно долго придется шлифовать. Ну, сейчас попробуем что-то еще придумать. Значит, очки. Получился у нас шлез небольшой со сколами, но мы, бля, сделали запас. Видно сколу, да? Нет? Да. Вот, сделали запас, сейчас попробуем этот кусок отполировать. Ставим черепаху, сейчас попробуем кусочек зашлифовать, чтобы не делать дурной работы нам, потому что вот что-то именно эта модель очень колется. Короче, шлифуется у нас нормально, в принципе. Вот. Единственное, что, говорю, отрезы получаются очень большие сколы. И их нужно вот такую кромочку. Ну, она кромка идет, в принципе, по периметру неоднородная. Вот. Соответственно, мы сейчас, наверное, все-таки попробуем как-то отрезать.
Слушай, ты хочешь смотреть, видишь, как неаккуратно получается? Лучше она откалывает, конечно. Ну да. То есть смотрите, какая получается проблема. Как бы тихонько мы не резали, то есть нежно, скажем так, да, все равно, вот видите, снизу начинает подкалывать, вот как здесь вот мы начинали резать. Вот, и от этого никуда не уйти. То есть красивый рез у нас сделать не получится. Либо же это нужно будет 3 дня шлифовкой заниматься и кучу расходного материала похоронить, что очень не актуально будет в данном вопросе. Вот. Ну, либо же новый умывальник. Так что приходим к тому, что, скорее всего, новый умывальник, потому что, блин, оно не получается. Стекло, вот видим, оно сразу просто начинает большими кусками откалывать, полетать. Так, ребят, что хотел вообще сказать, что данный вопрос мы решаем специально для заказчика. То есть это не наша вина, что умывальник был подбит. Это мы просто пытаемся помочь человеку, и он дал свое согласие для того, чтобы мы этот умывальник распилили. Вот. Сделать не получилось, хотя до этого у нас уже были похожие умывальники, мы их пилили, все нормально, даже с такого же материала. Но на этой модели почему-то не получается. Вот. Может быть, из-за того, что нет водяного охлаждения, как бы, не знаю. Но болгарка пилим, видим, отлетают у нас куски. Так что, опять же, смотрите данный ролик, смотрите, какой это у нас материал. Не прокатывает данный вопрос. Так что не нужно брать такое на вооружение. Вот. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Будем еще дальше чего-нибудь крушить.